Всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Total Warhammer за Норску. Итак, остановились мы с вами на том, что уничтожаем поселение гномов. Гномы оказались довольно-таки жирными. Очень-очень много у них стаков, только здесь, если посмотреть, что у них находится, 4-5. Тут 6-7-8 армий. И еще где-то вот здесь в городке вот стоит 9-я армия. Но я более чем на 100% уверен, что где-то вот тут еще, или вот тут еще 2 стака точно у них есть. Ну что ж, давайте мы сейчас Вульфриком разграбим как раз таки Грунтемингнал и отправимся дальше. Здесь, в принципе, можно авторасчетом, мамонтами всех покарать. Потери 4. Кого мы потеряли-то? 4. А, по одному Вульфхеднару. Понятно. Разрушаем снова поселение. Да, такого гнома, наверное, не ожидали, что на юге появятся мамонты. Никто не ожидал. Так, завершаем ход. Установил я здесь, короче, одну армию в засаду. И одной армией попытаюсь их подманить. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, и сейчас у нас... А, понял, матерку нашу снова грабят. Но тут я ничего не сделаю. 3 армии. Пришлось сдать это поселение. И они его разрушили сейчас. Ну и хорошо. Так, посмотрим, куда они двинутся после этого дальше. Сорвана засада у нас. Жалко, они попались в засаду, да, парни? И они ушли в 8 пиков Карака сейчас. Вот так вот, да? Повышение ранга, 10 ранг. Это кто у нас? А, это на севере у нас парни сидят. Окей. Так, подожди. У вас есть застрелы? То я вам даю. Смотрите, у вас застрельщиков нету. Нафига вам? Нафига вам? Хотя, блин, ладно, стоять насмерть бы вкачать защиту в ближнем бою, или же сражайся и умри. Давайте, великаны ж есть у вас, да? Да, есть великаны, нате. Смертоносных гигантов прокачаем. Так, тут армия великанов у нас идет. Идет. Тут, блин, мы не вытянем армии великанов. Да мы, в принципе, и Гургунбат маловероятно, что вытянем таким составом. Но все же попробуем. Так, в принципе, сейчас, я думаю, нам можно пройтись прямо на марше. Здесь вроде никого и нету. А тут уже тогда где-нибудь сядем на один ход и восстановимся. Так, куда здесь гномы у нас пошли? Вот он. Одна армия здесь осталась. Эти у нас перешли обратно, да, я смотрю. Так, отлично, тогда мы Вульфрика потихонечку назад тянем. Тут у нас армия восстанавливается еще. А мы тогда идем на дохлое ущелье. Надеюсь, здесь у нас... Давайте сначала на обычном пройдем, посмотрим, что здесь. А потом, если что, ускоримся. Вот так вот. Так, здесь 8 пиков Карака засела целая армия, да? И гарнизон у них тоже очень-очень хороший. Будет проблемно его отштурмовать, либо его сейчас на него забить, просто взять. Как я думаю, да? И пойти, допустим, сейчас Черный Утес вольнуть. Я, наверное, так и сделаю. Потому что целую армию нам не выманить. У нас следующий ход, может быть, проатаковать их тогда. Или вот здесь взять, сюда отойти и попробовать засаду устроить. Наверное, так лучше. Так, здесь у нас одна армия осталась, да? Сейчас посмотрим, как мы ее сможем атаковать. Да, атаковать мы ее можем, если, конечно, вот это дойдет. Ага, но они уходят, да. В принципе, следовало ожидать этого. Ну ладно, мы тогда станем. А, из засады. Это чему засады у нас? 23%. Да ну вас нафиг. Да ну вас нафиг. Done.
Не получилось проатаковать их, обидненько. А вот нас они могут проатаковать сейчас. Еще и на марше, да, идем? Ну ладно, может быть, они не достанут. Мирный договор гномы уже затребовали от нас. Смотрим, ну та вот армия, что делать будет. Так, ваше войско не заметило... А, ваше войско заметили до того, как вы успели напасть. А, все, понял. Понял, это мы засаду пытались организовать возле 8 пиков Карака, и нас палили. Ну, мы не будем, в принципе... А, засада не удалась, подождите. Засада не удалась, то есть нам придется с ними биться. Па-па-па-па-пам. А если мы сейчас отступим, попробуем, они могут еще раз напасть. А могут не напасть, а если они не нападут на нас еще раз, то мы можем их двумя армиями прессануть. А давайте отступим. Если они сейчас не уйдут, я останусь сидеть там. Сорвана засада, жалко, а дикари у нас еще не появились. Че, кто там у нас появился? Так, могучие волки. Так, для вульфхеднаров. Так, собиратели черепов появились. Тут у нас Трох наконец-таки донабрал всю свою армию. И давайте тогда двинемся. Наверное, как? Наверное, в сторону 8 пиков Карака. Сюда, наверх будем двигаться, я думаю. Сейчас можно, в принципе, марш пока включить. Здесь вроде как никого и нету у нас. А тут одна армия куда-то вот идет. Куда-то идет. А, возможно, скорее всего, даже идет именно на наших вот этих вот мутантов. Мы сейчас один ход восстановимся. Не знаю, попробуем атаковать одними великанами крепость Гунбат. Там... Армия-то у них не слабенькая. Как мы, вот интересно, вот со стен как мы будем выманивать отряды, я не знаю. А, они ушли, короче, обратно, да? В общем. Ну, хорошо. Кто у нас там? Так. 26-го мы, наверное... Вот вы, наверное, идете, атакуете Черный Утеж сейчас. Там вроде как, если я не ошибаюсь, все вполне легко получается, да. Гарнизончик небольшой, мы его быстренько уничтожили. Плюс он реально приносит им дофига денег. Именно этот город, где золотые рудники есть, он им приносил немало денег. А, хорошо, давайте дальше тогда вкачаем сейчас застрельщиков. Так, у тебя 9 ранг. Что тебе? Давай, сопротивление выстрелам. И попробуем тогда еще раз армию... О, засаду сделать. 40%, да, всего-навсего. Вот здесь, наверное. Вот так вот. Так, дохлые ущелья они взяли в осаду. Ну, надеюсь, вы его уничтожите, а не просто разорите и будете дальше стоять, смотреть тупо. Я очень на это надеюсь. Так, крепость дохлые ущелья, как раз Асгал укреплен, да, я смотрю. В принципе, можно будет сюда пойти прям, на эти вот крепости ближайшие. Ну, ладно, мы тогда пойдем дальше, надеюсь, вы все-таки сделаете... Что от вас требуется, уничтожите крепость. Или же, еще возможно, могут осесть, а не взять. Сюда, не смотрю, на вампиров перебрасывают армию, а вампиры там бомжей собирают вовсю. Здесь, смотрю, никого нету. Можно через засаду, кстати, идти. Чтоб нас не спалили. Вот армия, кстати. Режим засада, да? Вот так вот. Так, ты у нас кто? А, понял. На тебя тоже великана вкачиваем. Так, ну понятно, с гномами у нас опять ничего не удалось.
Избыток населения. На. Порт налетчиков отстроили. Повышение ранга. Так. Ярость. Ритуальную ярость. И очередной вожак, да, у нас? Великанов мы тебя полностью собрали. Скорость восстановления нам, в принципе, здесь, не знаю, особо-то не нужна. Давайте тогда вкачаем кровопийцу. По-нормальному надо атаковать сейчас, да, взять. Посмотрим, сюда пошла армия у нас, нет? Нет, сюда армия не пошла у гномов. Окей, дальше на засаде сюда продвигаемся. 45, мы какие-то засады не учел. 70% сюда попробуем стать. Раз. И... Ну, придется сюда тогда. Вот так вот. Тут, наверное, лучше следует отключить уже марш. Сейчас пройдем, посмотрим. Если нету, тогда... Нет, здесь, в принципе, никого нету, да? Давайте тогда ускоримся, чтобы побыстрее эту пустошь пересечь уже. Да, нормально здесь чисто. Так. Здесь какую-то армию еще они начали формировать. Дохлое ущелье. Понятно, они его не разорили. Не уничтожили. Тогда мы его разрушим. Так, а здесь нам к черному руднику никак не пройти, да? Давайте тогда вернемся, сядем здесь. Лагерем, да, восстановимся пока. А здесь мы кого? Потеряли одного великана. Одного великана. Тут, кстати, 50 на 50 у нас. Куча громобоев. Блин, я даже не знаю, честно. Затащим эту битву. И как затащим? Сколько они смогут в осаде держаться? 8 ходов, блин, ну много. Много очень. Плюс может подкреп прийти. Плюс тут каких-то 5 стаков они собрали, еще взяли. Всех сюда зачем-то увели. Странно с их стороны. Очень странно. Блин, что-то вампиры вообще никчемные какие-то. Они бывают намного мощнее. Сейчас они какую-то хероту собирают. Так, ну гора Гунбад, да, у нас без осадных орудий. Там некому их давать, просто-напросто. Блин, 8 ходов долго держать. А атаковать не факт, что получится. Особенно если одни ворота будут. Сорвана засада опять у нас. Сорвана засада. И здесь они собирают 3 стака, держат. Блин, а засады срываются постоянно. Давайте тут проверим. Так, здесь никого у нас. Здесь тоже мы, в принципе, следим. Давайте вернем его обратно. Вот за этими поселениями следим. Так, здесь армию собирают. Еще одну армию. Давайте вот сюда, наверное, пойдем. Потому что
Вот на башке пойду тут где-то городок разорять. Чтоб нам с ними не пересекаться лишний раз. Сейчас Вульфрик подойдет, нам и 8 пиков карака вместе с Трогом промутузим. Нам еще надо налет совершить, попробовать. Попробую еще раз засаду. Блин, а почему? Сколько? 49%, хотя на самом деле там ровно 50 у нас осталось. Ну, давайте, попадите в засаду. Не, нифига, остались сидеть в городе. Разорвали военный союз, племя алых рогов, сорвана засада. Блин, кто ее срывает нам постоянно? Вот этих бы отсюда убрать, убрали бы куда-нибудь, ушли бы все. Было бы замечательно. Так, у нас тут неукротимость осталась, сокрушительный натиск. Давайте вкачаем 10 ранг. Еще один вульфхед на оборотень, на тебя ближний бой. Чародей. Так, гномы, смотрите, одну армию куда-то отправили, да, в нашу сторону, по всей видимости. А, что тут? Ну-ка, вот здесь глянем, есть стак? Есть, да, стак? Хорошо. Так, и здесь, смотрите, появился Краг. Чокнутый громобой. Точнее, гробить громобой. Так, шанс засады 50%. Какие-то тут слабенькие шансы засады идут совсем. Так, пойдите с марша сначала надо сняться. Прислали помощь. Окей, давайте попробуем. Может быть, они сейчас подумают, что нас тут нету, и уйдут. А мы тогда... Тут у нас... Что за составы? В принципе, составы не сильные, кстати, у них. А в Дуккаразе там гарнизон тоже слабенький. Так, вам восстанавливаться не надо, да? Давайте вперед. На железную скалу пускай идут тогда. А Вульфрик с Трогом у нас займутся 8 пиками карака. Надо было, конечно, наоборот ставить. Лагерь чуть назад и засаду вперед. Ну ладно. По-другому все равно уже не сделаешь. Хорошо, давайте вот тут тогда мы сейчас посмотрим, дотягиваются ли у нас стаки до города. До карата. Нет, не дотягиваются, к сожалению. Окей, мы тогда подойдем сюда, рискнем. Станем здесь засаду. И тогда на следующий ход попытаемся их проатаковать. Нет, ничего не надо тут делать. Просто в засаду давайте. А вот, отлично. Так, за вот этими надо следить, куда они там идут. Если они действительно в нашу сторону идут, то придется рисковать и атаковать гору Гунбат. Или же они могут, скорее всего, на замок Дракингов, потому что Шварцхафен, они им уже все уничтожили.
Да, они пошли, короче, на Шварцхафен. Не знаю, удержат они его, не удержат. Мне кажется, не удержат. Сорвана засада снова. И они взяли свою армию, всю ввели. Странно. Очень странно. Так, а вот здесь? Здесь сидят. Этот составчик в железные скалы посадили. Карагдрон, зверолюды уничтожили. Замечательно. Замечательно. А, здесь эти так и остались сидеть. Ну тогда мы сейчас проатакуем железную скалу, я думаю. Кружаем. Сейчас еще сюда подведем армию. Мы не будем их атаковать по одному. Ну вас нафиг. Набрали там себе составчики такие жесткие. Они думают, что мы будем что-то делать потом. Так, засаду. Засаду поставили. Здесь нашу засаду всю спалили. 8 пиков карака. Надо налет еще не забыть совершить нам здесь. Давай вот так вот. Раз, засаду. Из мамонтов засада. Найс. А здесь мы типа лагерем стоим, нападайте на нас. Шлем раздора получили, замечательно. И давай сюда. Так, какого уровня тут лорды? 9-й, 4-й. Они, в принципе, армии не полны у них. Если что, мы их легко проатакуем. Так, маг. Какой-то уже 18-м. Эти практически все умения взяли. Гаргунбат, 5 ходов. Сопротивление там будет у нас еще идти. О, до этого они требовали с нас денег за мирный договор. Теперь они уже нам предлагают денег, лишь бы мы только заключили его. Так, 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 так. Что это за дерзкие пацаны нас атакуют? 7-й ранг, они что, стремительным ударом нас что ли пытаются проатаковать? Или так, Крадотмен холмы. Блин, а что это за место? Я не помню. 7-й ранг. Где у нас такой низко прокачанный стек стоял? Враг не заметил вашу засаду. Вот отлично. Сразу столько этих героев выпилили ему. Ага, вот возле док Караза. А возле док Караза. А, здесь нам засаду сорвали. Все, понял, что это за место. Да, набрали они здесь армию, набрали. Надеюсь, сюда никто не придет. Теперь можно зато смело пойти присануть Барак да Вазбак.
сюда отправиться, башню каменной шахты долбануть. Пока они там не совсем укрепились еще. Так, вот здесь бы где-то стать. Хватит, не хватит на засаду? Хватит, все, отлично, подманим армию. Так, а здесь вы все у нас с потерями стоите. Не хочется сейчас терять армию воинов лишний раз. Попробуем на следующий ход Барак-Давазбак проатаковать. Хотя бы немножко пускай восстановится. А ну что ж, гномов мы потихонечку уничтожаем. Провинции у них редеют. Пока они все свои силы кинули зачем-то на... Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. В нашу сторону пошли. Четыре хода, они до нас быстро дойдут. Очень быстро, если захотят. Значит, придется сейчас идти на риск и атаковать. Так, давайте налет совершим трогом. Потом тогда уже вместе проатакуем. Но заодно выполним задание. Ну что, поехали тогда. Не будем терять время. Армия троллей. Ой, великанов. Просто жесть. А, Вульхиднаров отправим на дальние ворота, скорее всего, да, ломать. Туда отправим парочку великанов тоже. Как же направим? Мне кажется, сразу всех великанов под стены отправлять будет не стоит. Мне кажется, четверых туда отправить, пускай ломают. Я думаю, так будет правильнее сделать. Вот только то, что нас башни жестко бьют прям, слушайте. Очень-очень жестко. Это да. Смотрите, как сносят его. Не, в чистом поле мы бы их, наверное, ушатали. А вот в городе вопрос. Медленные, зараза, еще. Ну вот посмотрим, на что они способны в ближнем бою. Так, Вульхиднаров вломили половину, и тут забрасывали жестко прям. Так, ну, железоломы свой боезапас израсходовали. Ворота мы продолбили. Ну, поехали. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что они творят, что они творят. Врывайтесь быстренько. Просто жесть. Давайте одного тоже вперед сразу пытаемся провести. Еще одного вперед.
Давай, 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 проходи, проходи, проходи. Надо, чтобы они нас поменьше отстреливали. Так, 76%. Вот эти развернулись, смотрите, сверху нас херачат. Кстати, вот редко, когда можно вот это вот наблюдать, чтобы компьютер пробовал нас херачить. Ух ты, у нас тролль горит. Тролля, зараза, нам... Ой, тролль, почему тролли? Великаны, великаны, ё-моё. Великан горел у нас. Вражеские ворота уничтожены. Давайте входим сюда. Просто жесть какая-то происходит. Давай сюда, идите, принимайте вот этих. У них мстителей тут нету. Вот это вот единственное, хорошо. Так, а вот вульхиднаров надо вот на громобоев пробовать протянуть. Давайте на громобоев. И там у нас еще органное орудие. Давайте, 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 вперед. Так, тут кто-то сверху по нам херачит, да? Блин, один отряд вульхиднаров убегает. Так, здесь, в принципе, я смотрю, железные ящеры. Давайте, ну-ка, дальше еще. Еще проходим дальше. Давайте забирать у них вот эти ары. Кто здесь у нас? Железные ящеры. Давайте, давайте сюда, 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 сюда. Забейте, забейте на них. Блин, сейчас убегут, да? Не добегут. Давайте, 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 все отлично, все отлично. В ближнем-то бою вы их должны ушлепать. Так, отдыхаешь, да, я смотрю? Еще бы вернулись сейчас парни у нас. Вульхиднары, ну давайте, возвращайтесь. О, отлично, давайте сюда. Те, наверное, не вернутся. Не, все-таки вернулись, да? Давайте. Сюда, на центр, на центр. Так, Яцена нам почти убили, твари. Он сейчас еще туда побежит. Уходим, 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 чтобы эти... Стрелки нас со стен не полили лишний раз. Так, здесь все отступают. Вот этих давайте, всех тут отступает, всех догоняем. Тут мы почти всех раскидали. Ну, слушайте, эпичная битва такая прям получилась. Я думал, что мы не втащим ее. Еще и великанов особо даже не потеряли. Все, они отступают. Победа. Это бой. Кстати, нам первую победу зачли не из-за того, что как бы... ну, из-за того, что у нас маленькая армия, да, идет 112 человек, и из-за расчета, что у нас 112 человек, мы потеряли 47, то есть, ну, грубо говоря, практически половину нашей армии. Поэтому нам зачли первую победу. А на самом деле-то мы потеряли вполне... От никого-то и не потеряли, по сути, можно так сказать. А они потеряли 1200 человек.
Да, угар. Просто угар. Теперь надо, главное, восстановиться и идти тогда сюда дальше. Интересно, мы тогда, может быть, и... Хотя нет, тут вряд ли возьмем. Все-таки огненные пушки. Тут пожестче будет битва у нас. Не, угарная битва получилась. А вот так, 8 пиков карака без засадных орудий. Ну-ка на. А зачем? Подожди, тебе не. Стой. Тут по-нормальному надо... Блин, чтобы трог, наверное, скорее всего, лучше снять осаду. Давайте поменяем сейчас. Пускай трог берет в осаду. А зачем мамонтами брать в осаду? Они просто под крепом подойдут потом. А он зато пока восстановит еще своих мамонтов. Вульфрик. Военный союз предлагает. То разрывают, то опять запрашивают. Так, выполнили налет. Охота на чудовищ. И как раз таки у нас теперь появилась охота. Диверсия. Что нам, вот те парни так идут за нами? Нет, они вернулись, да? Да, они вернулись. Они потеряли свою крепость и решили, что идти туда уже нет смысла. А мы пока идем дальше. Восстановиться главное еще. Строительство дракаров. Строитель дракаров. Постройка улучшена, да? Да, улучшена. Хорошо. Так, здесь, блин, они формируют армию новую. Я здесь напасть, к сожалению, на них сейчас никак не могу. Это вот плохо. А здесь, в принципе, напасть сюда вполне возможно. Вот этим вот составом. Вот еще в действии надо посмотреть, как будут войны эфимеров работать. В принципе, здесь гарнизон небольшой. Если они нас решат вылазку сделать, мы их быстренько там вольнем. И здесь давайте барак для вас баг проатакуем. И еще минус крепость. Гномья. Практически всех уничтожили. Вампиров потом вообще будет просто изи уничтожить. Там никого не осталось у них. Время сопротивления врага в осаде минус один. Кстати, можно вкачать, довольно-таки полезно будет, я думаю. Тут все уничтожили. Абсолютно все. Так, нам останется тогда свершить охоту. Ее мы совершим уже в следующей серии. Тут, смотрю, они собирают еще одну армию. То есть они теряют и сразу же начинают новые формировать. Вот так вот. Ну, вот сейчас мы Каразакарак их столицу в ближайшее время разнесем. Ох, они познают боль тогда. А, ну что ж, друзья, на этом наше видео сегодня подошло к концу. Наше прохождение... Сыграли мы с вами великанами, посмотрели на них в действии. Ну, вполне, в принципе, неплохо они действовали в бою. То есть, более-менее укрепленный гарнизон великанами можно хорошо тащить. Можно. В общем, если вам понравилась такая эпичная битва, не забудьте прохождение поддержать лайком, подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Осталось у нас буквально немножечко, 1-2 серии, где мы разгромим с вами полностью гномов, а затем уже и... вампиров, и на этом оно будет завершено. Всем удачи, друзья, и увидимся на новом видео.